Если сравнивать дисциплину и мотивацию, мыслящему адекватно и логически человеку становится совершенно очевидно, что дисциплина – это внутренний настрой, а мотивация – всего лишь психоэмоциональное состояние, зависящее от внешних факторов и зачастую очень кратковременное. Не пытайтесь мотивировать себя внешними раздражителями в виде видеороликов или картинок в соцсетях. Это ошибочный, короткий путь в никуда, который быстро затухнет, поставив крест на том, чем бы вы ни занимались. Дисциплина же, напротив, научит вас отделять зерна от плевел, отделять временный порыв от настоящего внутреннего намерения. Более того, именно дисциплина будет формировать его силу. О том, как грамотно сформировать в себе настоящую внутреннюю мотивацию, у меня есть отдельные статьи и главы в моих книгах. Думайте всегда, друзья, головой, особенно если это касается вашего личного здоровья. Увидимся в тренажерном зале. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм!